эту безлюдную высокогорную пустыню посередине американского штата Невада чужим путь категорически закрыт. Здесь находится особо секретная территория, о которой ходят самые невероятные слухи. Когда-то эта зона входила в состав испытательного полигона военно-морских сил США. На нем проводились подземные ядерные эксперименты. А на расположенном рядом с городком Танопа аэродроме Неллис ставили на крыло новейшие в ту эпоху образцы авиационной техники. И вдруг в 1951 году на дне высохшего озера Грумлейк, южнее Танопы, развернулись загадочные строительные мероприятия. Весь персонал аэродрома, вплоть до медиков, неожиданно вывезли с базы, и казармы на полгода заняли военные строители. Часть взлетно-посадочной полосы была разобрана и перенесена под землю. После окончания работ приемку объекта осуществляли люди в штатском. Затем взлетно-посадочная полоса была восстановлена, чтобы все выглядело как прежде. На базе были приняты беспрецедентные меры по охране не только наземной территории, но и окружающего воздушного пространства. Территория получила кодовое название «Зона 51». Считается, что это самое секретное место на Земле. Эта история началась в Сильвер-Сити, штат Нью-Мексико, 25 июня 1947 года. Местный врач-стоматолог сообщил, что наблюдал в небе странный летящий предмет в виде тарелки и размером с половину Луны. Два дня спустя в том же районе военные зафиксировали белый светящийся объект, пролетевший недалеко от ракетного полигона White Sands. А вечером 4 июля над штатом разразилась сильнейшая гроза. Все вокруг освещалось вспышками молнии, раздавались оглушительные раскаты грома. Летние грозы – характерное явление в тех местах. Но фермеру Майку Брейзелу из Розуэлла показалось, что среди раскатов грома был какой-то особенный звук, больше похожий на взрыв. На следующее утро он пошел искать овец, которые от страха перед грозой прорвали заграждение ранчо и разбежались. Но неожиданно наткнулся на дымящуюся воронку. По краям воронки были разбросаны какие-то куски непонятного материала. А на самых крупных обломках виднелись загадочные знаки, напоминающие цифры, сложенные в столбик. Спустя некоторое время о находке стало известно властям. Воронка с обломками была оцеплена военными, а самого фермера отвезли на базу ВВС, где заставили подписать документ, как будто он ничего не видел, ничего не знает и обязуется держать язык за зубами. Тем не менее, по штату поползли слухи, что под Розуэллом произошло крушение инопланетного корабля. И на месте катастрофы, помимо останков летательного аппарата, были найдены тела пилотов. Странного вида человечки, неземного происхождения. Посещали Землю на всем протяжении существования человечества, а может быть даже еще задолго до его появления. Поэтому вероятность того, что сотни и тысячи лет назад на Землю могли прилетать представители высокоразвитых цивилизаций, естественно, своей высокоразвитой летающей техники, сомневаться в этом может лишь тот безумец, который выдвинет антинаучную версию, что человеческая цивилизация одна-единственная во Вселенной и второй такой существовать не может. Слухи вокруг события в Розуэлле продолжали расползаться по штату и за его пределы. Несмотря на предпринятые военными попытки засекретить факт крушения неопознанного летающего объекта, особенно бурно обсуждалась тема человечков. Некоторые утверждали, что их было трое, другие, что четверо. А есть и такие, кто озвучивает количество 5 погибших. Слесарь, работавший на военной базе в Розуэлле, утверждал, что видел, как санитары на носилках перенесли в госпиталь тела пришельцев. Администратор того же госпиталя рассказывала, что помогала двум врачам в палате, где исследовались 3 инопланетных тела. Она точно запомнила, что у пришельцев было по 4 пальца на руке.
Даже губернатор Нью-Мексико отметился сообщением, что видел четырех маленьких мужчин. Один из них был жив. Чиновник утверждал, что у них были большие головы, большие глаза и маленький, как щель, рот. Дальше больше. Стали привлекать журналистов, стали привлекать кинооператоров, фотографов профессиональных. Ну, была игра хорошая. А потом, когда поняли, что могут за эту игру получить по шапке от вышестоящих, там, вплоть до ближайшего окружения президента страны, и вдруг все замолчали, и народная молва, значит, сразу... Что-то тут не то, значит, что-то раскрыли. После того, как история в Розуэлле стала выходить из-под контроля военных, агенты ФБР резко вмешались в репортерскую кампанию вокруг крушения инопланетного корабля и пригрозили журналистам страшными карами. Очевидцы были вызваны на допрос, где подписали признание, что отказываются от своих слов. Последний слух, который совсем недолго ходил по Розуэллу, был таков. На базу приземлился военно-транспортный самолет. На его борт в режиме строгой секретности погрузили ящики с обломками таинственного объекта, обнаруженного на ранчо фермера Майка Брейзела, и капсулы с каким-то биологическим материалом. Капсулы были привезены из местного госпиталя. После погрузки самолет сразу взлетел и взял курс на Неваду. Так называемый Розуэльский инцидент вскоре был забыт. А через несколько лет в Неваде, близ озера Грумли, начались секретные строительные работы на авиабазе Неллис. К концу 1951 года стройбат закончил свою работу. И на его место прибыла команда, носившая кодовое название «Красный свет». Команда состояла из 800 человек. Все они жили на базе. Объект был окружен тройным кольцом охраны. Небо над базой контролировалось несколькими батареями ПВО. Затем появились люди в гражданской одежде. Это были ученые, имевшие допуск к работам с самой высокой степенью секретности. Некоторые из них до этого трудились над знаменитым проектом «Манхэттен» по созданию атомного оружия. В документах бывшая авиабаза стала именоваться «Зоной 51». Сразу поползли слухи, что именно сюда были доставлены останки рухнувшего под Розуэллом инопланетного объекта. И не только его. По неподтвержденным данным, в период с 1947 по 1951 год в Аризоне потерпели аварию еще несколько НЛО. Этим тарелкам военные дали кодовое название «Элиан». Вот эти «Элиан» были перенесены, перевезены, доставлены, короче, в определенный район, в другой штат, в Неваду, в район Неллис, в район озера Крум-Лейк, который потом стал называться условно «Зона 51» по там, местной высотке с этим, с таким же наименованием. Вот, и у нас об этом знали тогда, но все это было секретно. Далее стала просачиваться информация, что сотрудники базы сумели частично восстановить разбившиеся инопланетные летающие объекты и даже попытались совершать полеты на них. По другой информации, корабли инопланетян были просто скопированы. Действительно, какие-то сведения просачивались с территории базы, несмотря на беспрецедентные меры по обеспечению режима секретности. Особо пронырливым репортерам стало известно, что в глубоких подземных ангарах зоны 51 находятся три НЛО, два из которых были целыми, а третий — разобранным. Также просочилась информация, что в таинственных лабораториях, находящихся глубоко под землей, в особых атмосферных условиях, содержались два живых гуманоида-инопланетянина. Один был одет в серебристый костюм, на другом – коричневый обтягивающий комбинезон. Оба существа невысокого роста, серовато-белой кожей.
Один, по слухам, умер в 1952 году, другой прожил еще 8 лет. На самом деле это были странные существа, такого бесполого образа вида, которые хранились там и исследовались на протяжении нескольких десятков лет, начиная с 1947 года, когда под Розуэллом произошла авария летательного аппарата, летающей тарелки. Чтобы попытаться максимально закамуфлировать истинную задачу базы у высохшего озера Громлейк, военные решили провести так называемую «операцию прикрытия». На аэродроме был создан летно-испытательный институт авиаконцерна «Локхед». В 1955 году здесь начались испытания легендарного летающего шпиона У-2. Это тот самый самолет, который 1 мая 1960 года вторгся в воздушное пространство СССР и был сбит над Свердловском новейшей в то время советской зенитной ракетой. Территория зоны 51 как нельзя лучше подходила для постановки на крыло новейшей авиационной техники. Безжизненный лунный ландшафт на высоте 1500 метров. Абсолютно гладкое 5-километровое русло высохшего озера, отрезанного от внешнего мира высокими горными хребтами. Полеты гражданских самолетов были запрещены здесь еще в середине 40-х годов в связи с проводимыми в удаленных районах Невады ядерными испытаниями. Но когда кто-то из обычных летчиков с других авиабаз случайно попадает в пространство над Неллис, случайно там или, не дай бог, совершит посадку, то они потом проходят буквально все круги ада для того, чтобы выбраться оттуда. Дают десятки подписок о неразглашении, и копии этих бумаг всех видели журналисты и ученые всего мира. То есть это еще раз доказывает то, что там проходят какие-то секретные эксперименты и испытания. О том, что в зоне 51 испытываются инопланетные аппараты, потерпевшие крушение в конце 40-х годов в Аризоне и Нью-Мексико, в свое время в доверительной беседе признался физик Отто Краузе. Целью программы, по его словам, было создание авиационных двигателей, аналогичных тем, что установлено на летающих тарелках. Через увеличительную оптику НЛО над Громлейком не раз видели участники ядерных испытаний в Неваде. Попросив не называть их фамилии, специалисты авиабазы Неллис рассказывали, что на экранах радаров не раз наблюдали, как объекты, летающие с немыслимыми скоростями над зоной 51, внезапно, как по команде, останавливались и зависали в воздухе. То же самое наблюдал и оператор мощной радиолокационной станции из Лас-Вегаса. Вот типичное высказывание людей, работавших в Неваде. У нас там есть вещи, которые в буквальном смысле слова не из нашего мира. Мы работаем с такими невероятными проектами, что режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас позеленел бы от зависти. А бывший президент компании Lockheed Advanced Development Бен Рич, который стоял у истоков создания «Зоны 51», был предельно лаконичен. НЛО существует как построенные человеком, так и внеземные. Причем некоторые инженеры, которые разработали такие технологии, как, например, стелс, то есть самолеты-невидимки, однозначно намекали на то, что все идеи были взяты от пришельцев. Скорее всего, той самой тарелки, которая упала в Аризоне, как раз говорят, что именно благодаря исследованиям этой тарелки и появились кое-какие наши прорывные проекты с точки зрения физики и электроники, как там прорыв в полупроводниках, в мобильных телефонах, каких-то видах связи новых, которые до сих пор и в самолетостроении, и ракетостроении.
Информация о зоне 51, просочившаяся в печать, вызвала огромный интерес. И любители сенсаций потянулись в этот богом забытый уголок Невады. И тут они столкнулись с парадоксальной ситуацией. Несмотря на официальные заявления об отсутствии каких-либо секретов, попасть в этот район было невозможно. Круглосуточные патрули. Территория, огороженная колючей проволокой с подведенным электричеством под высоким напряжением. Письменные предупреждения, недвусмысленные угрозы охранников явно свидетельствовали, что здесь происходит нечто неординарное. Это возбудило еще больше любопытства. Дело в том, что разная степень допуска была вот у ученых и у журналистов к этой теме. Это очень показательно, потому что это свидетельствует о том, что правительство и люди, которые были причастны к этому всему таинственному действу, они очень весьма по-разному в разные времена относились к этой проблеме. То есть такое ощущение, что когда-то это было как бы открыто все и все известно, а когда-то вдруг все это покрывалось таким флером, муаром жуткой секретности. Скрывать проводимые на секретной базе испытания становилось все труднее, поскольку с близлежащих гор зона 51 просматривалась очень даже неплохо. И тогда военные потребовали у правительства расширить территорию объекта, включив в него все окрестные возвышенности, чтобы, как было написано в заявке, предотвратить дальнейшую угрозу национальной безопасности. Конгресс внял несокрушимой логике военных и дал согласие. С 10 апреля 1995 года горы, так беспокоящие секретные службы, стали законной территорией зоны 51. По существу это стало первым официальным признанием того, что таинственная база существует. И дотошные журналисты и фанатики-уфологи все эти годы говорили правду. У общественности затеплилась надежда, что в соответствии с законом о 25-летнем сроке секретности она более подробно узнает о загадочной базе. Но никто никому ничего открывать не собирался. Некоторые материалы дошли до нас. Но в основном, конечно, постарался бывший физик, который там работал, Боб Лазар, Роберт Лазар, который написал книжку, которую удалось вот достать и прочитать, а потом она даже была переведена в 90-е годы в России, в Москве. Физик Боб Лазар с декабря 1988 по апрель 1989 года возглавлял экспериментальное отделение в зоне 51 и работал на объекте, известном под кодовым наименованием «С-4». Приглашение Лазара на эту работу стало для военных мерой вынужденной и недостаточно проработанной. Дело в том, что в мае 1987 года при попытках вскрыть реактор одной из тарелок в вертикальной шахте ядерного полигона произошел взрыв. Погибли трое ученых. Нужна была замена. Среди прочих, выбор пал и на молодого физика, который до этого работал над секретными программами в Лос-Аламосе. По свидетельству Лазара, программа на объекте С-4 состояла из трех проектов. Проект-помощник, в рамках которого разрабатывалось лучевое оружие на нейтронах, фокусируемых специальными гравитационными линзами. Проект «Зеркало», позволяющий заглянуть в прошлое. И третий проект «Галилей». Как раз к нему Лазар имел самое непосредственное отношение. Это была работа по воссозданию антигравитационных двигателей. Технологию этих двигателей передали существа из бинарной звездной системы, которая удалена от Земли на расстояние в 30 световых лет. Самих инопланетных существ на объекте С-4 физик не видел, но его познакомили с весьма любопытными документами. В толстых папках, которые показали Лазару коллеги, находились черно-белые фотографии погибших инопланетян, а также медицинские заключения об их вскрытии. Согласно описанию, у существ была сероватого оттенка кожа и крупные головы с большими миндалевидными глазами. Волосяной покров отсутствует. Погибли ли эти гуманоиды сами или были умерщвлены,
об этом ученому ничего не сказали. На самом деле информация об этом очень ограничена, и то, что вот доходило до нас и до уфологов, которые этим занимались, и по данным, которыми мы обменивались с американскими нашими коллегами, речь шла о каких-то живых существах, живых, которые находились в каком-то, были погружены в какое-то состояние пограничное, непонятное, полуживое, полумертвое, но тем не менее, даже трудно о них было говорить, живы ли или нет, потому что все функции их организмов были неизвестны, как они действуют и работают, потому что у них было все другое. Обо всем этом весной 1989 года Роберт Лазар поведал с экранов телевизоров. После чего к журналисту Джорджу Кнейпу, вытащившему на свет эту историю, стали обращаться десятки новых свидетелей, которые не только в деталях подтверждали рассказ молодого физика, но и значительно дополняли его. Пилот-испытатель, а впоследствии проектировщик высокого уровня секретности Билл Юхаус, в декабре 1995 года признался, что в течение нескольких лет участвовал в разработке тренажеров для американских летчиков, позволявших им научиться летать на захваченных НЛО. Бывший сотрудник спецподразделения ВМС Дерек Хеннесси, в 1982 году служивший на этом объекте, обозначил на схеме место, где в специальных контейнерах хранились тела инопланетян. Стеклянные трубы высотой 180 и шириной 60 сантиметров стояли вплотную друг к другу. Они все одинаковые, и существа, находившиеся в них, тоже выглядели одинаковыми. Я не знаю, какого они пола, так как цилиндры посередине были прикрыты кольцом из алюминия. Цилиндры стояли на постаменте из черного полированного камня высотой 30 сантиметров и были заполнены раствором, в котором плавали тела. На все эти новые свидетельства американские власти отреагировали весьма оригинально. Они решили взять инициативу в свои руки и рассекретить документы ЦРУ. И что же было представлено публике? В 400-страничном докладе нет ни одного упоминания о НЛО. База, как свидетельствуют документы, использовалась исключительно для испытания секретных военных самолетов, включая первые самолеты-невидимки, неуловимые для радара. Их, как прокомментировали представители спецслужб, и принимали за инопланетные корабли. Доклад этот уфологи признали как самый настоящий отвлекающий маневр и категорическое нежелание раскрыть истинную тайну зоны 51. И судя по всем признакам, эта тайна еще долгое время будет считаться самой охраняемой в мире.